Всем привет! Итак, 30 января у нас стартуют тренинги, то есть стартует второй этап тренинга. Это в защите Немцовича. Ход 4, слон g5, то есть тренинги по ленинградскому варианту. Так же, как и в тренинге по системе Земиша, сначала у нас самым первым пройдет турнир с контролем 3 плюс 2. Он состоится в понедельник, 30 января. И в понедельник, вторник я вышлю все материалы, которые у меня будут по теме «Ленинградский вариант защиты Немцовича». Расписание будет следующим. Значит, итак, 30-го я всем, в самый край, 31-го, в первой половине дня сделаю рассылку. И будет время на изучение вот этой теории. То есть здесь с теорией все достаточно просто, за черных найдено несколько хороших схем. Обо всех их я поговорю. Также расскажу, что хотят белые в своих материалах. Также будут тестовые задания. То есть, я так понимаю, это нововведение участникам тренинга вполне понравилось. Дальше, 3 февраля, мы встречаемся, ответы на вопросы. Ну и дальше стандарт. Три турнира подряд с контролем 7 плюс 2 через день. С разборами на следующий день после этих турниров. А потом два закрепляющих блиц-турнира. И подведение итогов с ответами на вопросы будет у нас в феврале, 12 февраля. После чего мы запустим уже третий этап тренинга. Это систему с четвертым ходом F3. Ну вот, пожалуй, все. Записывайтесь, кто не записался на тренинг. Условия можно посмотреть вот в предыдущем ролике. Условия записи на тренинг. Если кому-то что-то непонятно, можно связаться со мной, техническим директором, по электронной почте rovechkin@gmail.com. До встречи!